Привет, друзья! Забрела в YouTube и вот тут же наткнулась на шикарный рецепт. Есть очень хороший канал, люблю его, кто не знает, «Вкусно с Яной». Отличный канал, такие рецепты. И тут смотрю, а Яна делает баклажаны по-французски. Ну, что думаете? Вообще хотела идти отдыхать, но нет. Вот, прибежала на кухню, потому что, ну, невозможно, посмотрела на такую вкуснятину и тоже захотела. Сейчас мы с вами попробуем повторить рецепт Яны, баклажаны по-французски. Итак, как я поняла, нарезаем баклажанчики полосками. Я вообще баклажаны очень люблю. Я вообще все из них люблю. Так, этим ножом мне неудобно будет. Ну вот, а тут прям до того аппетитно. У меня как раз вот 3 баклажанчика в холодильнике завалялись. Сейчас мы их превратим во вкуснятину. Прям грех не приготовить. До того аппетитно, до того красиво, да еще с сыром. Но это вообще не может быть невкусно по определению. Я, конечно, как всегда, внесу небольшие коррективы. А вы потом зайдите на канал «Вкусно с Яной», посмотрите ее рецепт и напишите мне в комментариях, все ли я правильно сделала. Не, ну понятно, у меня будет, наверное, отличаться, потому что я немножечко другие возьму ингредиенты. Я всегда же все по-своему переиначиваю, но принцип возьму у Яны. То есть главные ингредиенты — это баклажаны, сыр, помидоры. Это я все постараюсь повторить. Итак, значит, я противень выстелила фольгой. Вот он у меня. Сейчас я его смажу маслицем. Буквально чуток. Ну, фольгой выстрела. Исключительно из тех соображений, чтобы потом его меньше мыть. Так, выкладываем. Противень у меня, к сожалению, маленький, конечно. Много не получится сделать. Духовочка маленькая у меня. Баклажаны положили, первым делом посолим их. Яна там делала такую намазку, я подумала, что в принципе это не обязательно, что вместо намазки я могу, так, это я не то, хотя это тоже неплохо, только чуть-чуть совсем. Это моя специя, она остренькая. Здесь томаты, болгарский перчик и красный перчик, но я вообще хотела паприку. Сейчас вот паприка, паприки можно посмелее сыпать. Богато, она вкусная. Так, и чуток хмели-сунели, самую малость. Я смеюсь всегда, овощи, когда делаю. Хмели-сунели сыпешь, сразу появляется такой мясной запах. Так, черный перчик. Теперь мы возьмем... Где мой нож? Вот мой нож. И порежем болгарский перчик тоненькими слайсиками. И также слайсиками порежу помидорчик. Специально взяла не самый спелый, потому что иначе его будет сложно так порезать. Ничего страшного, при запекании он у нас все равно сок даст свой, какой надо. При нарезке помидоров самое главное — иметь хорошего мужа. Почему? Кто знает ответ? Напишите в комментариях. Так.
ненавижу чеснокодавилку, сразу признаюсь. Поэтому чеснок сюда режу ножом. Чеснокодавилку не люблю за процесс ее последующей помойки, когда ее трудно эти дырочки все промыть. Так, теперь ранжируем это хозяйство на наши баклажанчики. Теперь берем перчик болгарский и раскладываем. У Яны, по-моему, перчика не было в рецепте, но я очень люблю запеченный перчик болгарский. И точно уж думаю, не испортит. Но никак он не испортит это блюдо, только сделает его вкуснее. Можно, конечно, выпендриться, там красиво положить. Но я делаю, честно скажу, для себя, любимой. Потому что у меня овощи в семье никто так не любит, как я. А я обожаю, обожаю просто овощи. Вот так сделаю, это чтобы был сачок. Я всегда беру вот старенькую крышечку у меня от майонеза. И я ее прожгла скрепочкой раскаленной. Она у меня всегда чистенькая, на кухне имеется. Всегда снимаю основную крышечку, эту накручиваю. И вот таким образом. Потому что размазать тут никак не размажешь. Тут только вот а толстой струей наносить тоже как бы ни к чему. Уже красиво, уже бы ела. Но сырой есть не буду. Так. Теперь раскладываем помидорчики. Видите, какой нож? Не забудьте в комментариях написать, почему для нарезки помидоров важно иметь хорошего мужа. Так, еще что-то добавить? Баклажаны помидорами точно не испортишь. Ну, очень художественно. Не судите строго. Повторюсь. Для себя стараюсь, не для гостей. Так уж мы устроены, как для себя, так лишь бы сделать. Так. Вот чего бы я еще сюда добавила. Не знаю, сейчас понюхаю и решу. Да. У меня обалденная аджичка. Не аджичка, вернее, кетчуп. Вот как раз этой сочности мы и добавим вот этим помидорам. Скажете, помидоры на помидоры. Ну, так мне хочется. Вот я так вижу. Я же свободный художник. У меня никакого этого ТУ или как там нету. Как хочу, так и врачу. Чай не в ресторане. Везде попало. Сюда еще чуть-чуть. Такая хорошая с чесночком. С перчиком. Пахнет хорошо. Так, теперь продолжим эпопею с майонезом. Еще раз. Тут у нас под помидорами майонез. И над помидорами тоже майонез. Майонезом не испортишь точно. Как там пел? В песне майонез, майонез превращает доширак в деликатес. Я за фигуру не опасаюсь пока. Зимой начну опасаться. Пока что за моей фигурой следил мой сад-огород. Привел ее в порядок. Ай, красота-то какая. Ну и теперь наиважнейший ингредиент нашего блюда. А то какой же он тогда будет по-французски? У нас так, все, что не возьми, сыром сверху посыпал, вот тебе и по-французски. Но я на самом деле очень люблю. Я очень много блюд делаю под сыром. Потому что обожаю. Я вообще сыр обожаю. А блюдо под сыром, так что не сделай, все вкусно. Макароны. Я даже яичницу делаю с сыром. Потому что это, по-моему, вообще волшебно. А если еще яичница с помидорами и с сыром, это вообще сказка. Сказка сказочная. Так, по-моему, Яна на 15 минут отправляла в духовку. Сейчас сыр добавлю и в духовку. У меня уже слюни текут прям. Они у меня, вернее, начали
выделяться еще, когда я Янин ролик смотрела. Я вот прям, честно вам говорю, вот только посмотрела, я даже в комментарии у Яны написала, все, я побежала готовить, и я не соврала, я честно написала, куда я отправилась. Так. Так что, Яночка, если ты меня смотришь, вот, демонстрирую тебе, что я реально побежала готовить твой рецепт. Ну что, в духовку. Все, ребятки, покажу вам потом, что я достану. А, какая красота! Посмотрите, какое загляденье! Извините, микроволновка разогревает ужин, поскольку это не сам ужин, а дополнение к нему. Так, чуть лопаточку я взяла, явно не по размеру. Вот до чего лень доводит. Не, надо взять нормальную лопатку. Представляете, как это вкусно. У меня уже прям все, слюни уже текут. Видите, не зря я фольгу положила. Иначе бы сейчас поприжарилось бы все. А какие нежненькие, даже видно, да? Какие они нежненькие получились. Красота! Ну, я пробовать не буду. Я думаю, вы догадываетесь, да, как это вкусненько. Смотрите, какая красота! Красотища!